Марафон децентрализации продолжается. С начала этого года в Украине функционируют 367 территориальных громад. Это 17% всех органов местного самоуправления базового уровня. В Запорожской области в настоящий момент созданы 23 общины. Почти 2/3 населения поддерживают идею децентрализации. Подробнее о процессах, происходящих в стране и области, рассказали в пресс-центре Союза журналистов. В июне в Одессе стартовал децентрализационный марафон. За это время в Запорожской области успели создать офис реформ, работают 3 консультанта и провести более 50 встреч в громадах. Как выяснилось, люди больше всего боятся неравномерности распределения бюджета и что далеко будет водить детей в школу. Несмотря на все страхи, сегодня область в лидерах процесса. 23 громады уже объединились. Инициатива еще больше 10 громад. Тому, якщо дивитися в розрізі областей, то ми чітко входимо в першу п'ятірку. І я думаю, що процеси ці в першому кварталі слідуючого року будуть також активно проходити. В следующем году ожидают изменения в законе о добровольном объединении громад и бюджетном кодексе. Ожидают, это позволит объединить тех, кто еще сомневается, и выйти на 95% в первом полугодии. Вместе с тем, расчет субвенций на образование и медицину уже поменялся, и большая часть расходов будет переложена на плечи местных бюджетов. Так что в громады так или иначе придется объединиться всем общинам области.